партнер проекта – акционерный коммерческий банк «Форабанк». Выигрываем вместе! Добрый день. Операторы мобильной связи в кризис готовы на многое. Компания, которая позиционирует себя как самый бюджетный мобильный оператор, несколько дней назад заявила о том, что готова доплачивать абонентам, которые хотят воспользоваться услугой переноса номера. Каждому, кто перейдет к этому игроку, обещают по 300 рублей на счет мобильного телефона. Действует эта акция до конца года. И конкуренты, исходя из этого, говорят, что на самом деле этой компании просто нужно показать акционерам быстрый рост абонентской базы. Но, тем не менее, отсутствие мобильного рабства на самом деле всех страшит. И многие этим пользуются. Попробуйте сами. Как только вы обратитесь с заявлением о переходе к другому игроку, ваш бывший тут же предложит другие, более выгодные условия. А еще стоит обратить внимание на то, что летом большинство операторов предложили новые тарифы на мобильный интернет. А некоторые предлагают своим мобильным абонентам на особо льготных условиях подключить и домашний интернет. Этим тоже можно воспользоваться. Это правило день.